Всем привет! В этом видео сделаем бумажную птичку. Возьмем один лист бумаги, можно цветной или белый. Листок перегибаем вот так, по диагонали. По этой линии лишнюю часть отрезаем, она не нужна. Раскрываем и складываем еще раз по диагонали. Правый уголок поднимаем к вершине. И левый тоже в эту точку. Делаем складку. И еще одну. Поворачиваем заготовку, складываем ее пополам. Уголки оказались справа. Левый угол поднимаем вверх. Бумага оказалась в несколько слоев, поэтому хорошенечко ее прижимаем. Возвращаем угол на место. Вот она эта складка. Теперь один из нижних уголков подгибаем вверх. Берем один листок и отгибаем его вверх по сделанным складкам. Посмотрите еще раз. Переворачиваем на другую сторону. Снова отгибаем угол вниз. Складочка. И нижний уголок подведем в эту точку. Снова складка. Раскрываем и выкладываем листочек по складкам. Крылья птички оказались вверху. Теперь вот эту точку нужно подогнуть к этой. Складываем бумагу и прижимаем по складке. Раскрываем фигурку и по сделанным складкам поднимаем уголок вверх. Это будет хвостик. Крылья и хвостик у нас получились, осталось сделать птице голову. Маленький треугольник отгибаем вниз. Раскрываем и продавливаем бумагу по складочкам вовнутрь. Получилась голова с клювом. И покажу еще один вариант хвостика у птички. Отгибаем бумагу по складке вниз. Раскрываем и прижимаем, перегибая вот так. Теперь хвост у птички опущен вниз. Выберите тот вариант, который вам больше понравился. Немного подкрутим птичке крылья. Одно. И вот так второе, чтобы придать объем. Нарисуем голубю глаз. Щечку красным карандашом. И оранжевый клюв. С другой стороны нарисуем также. Голубь из бумаги готов. Понравилось это видео? Ты найдешь еще много интересного на моем канале. Пока-пока!